Диаметр 22 метра, вместимость более 250 тысяч литров воды. 13 насосов, 116 светильников. Это лишь малая часть технических характеристик фонтана в театральном сквере. 10 лет он верой и правдой служил саровчанам и радовал их прохладой в жаркие летние дни. За это время проводился только мелкий ремонт. В последнее время саровчане стали замечать, что из чаш фонтана стала сочиться вода на тротуар. Несущая конструкция произвела трещину и произошла вот такая вот поломка. В настоящее время тут течь нашей подрядной организации, которая занимается эксплуатацией, содержанием фонтана, она ее устраняет. В ближайшее время специалисты департамента городского хозяйства проведут полное обследование фонтана. По итогам работы комиссии будет ясно, нужно ли делать капитальный ремонт и в какую сумму он может вылиться. При положительном решении подрядную организацию определят на конкурсной основе, а ремонтировать фонтан будут весной следующего года. В этом случае традиционного майского открытия фонтана не будет. Так быстро не получится, потому что если делать, то надо делать капитально. И там и гидроизоляции надо, и плитку поднимать, гидроизоляцию делать. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, 10 лет – это небольшой срок службы для фонтана. Конструкция могла бы исправно работать гораздо дольше, если бы с ней обращались должным образом. Зачастую сами жители провоцируют поломки фонтана, бросают в него мусор и купаются. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.